сжигать тела. Это кощунство. Кто это сделал? Эй, не сжигай тела! Боги покарают! Души мертвых будут прокляты! Мне очень жаль, но это надо сделать. Сами боги наслали на нас эту болезнь. Сожжем мертвых, спасем живых. Что за болезнь? Может, чума? Друг, я не знаю. Старики слегли первыми. Родители видели, как их любимые отпрыски умирают в муках, но сами лежали без сил. Слишком жестоко. Даже для гневящихся богов. Никому до нас нет дела. Помоги нам, чем сможешь. В Файюме на бедняков всем плевать. Дети мои, я знаю, вы голодны. Владыка Сяня накормит вас. Чья семья потеряет свой надел. Раньше они ели на кухне для бедных, но солдаты стали их гонять. Так повелели греческие торговцы. Я не вижу на теле чумных отметин. Миски грязные. Что ели крестьяне? Где-то должен быть амбар. Надо его поискать. О, какое гнилье! Воняет страшно. Есть это нельзя ни в коем случае. Этим варевом нельзя кормить даже крыс. В нем сплошная гниль и специи, чтобы отбить вкус. Надо поговорить с поваром. Зебик заботится о вас. Эта трапеза скромна, но дарит жизнь. Вкушайте пищу и благодарите острозубого бога. Владыка бог. Что это за похлебка? Где ты ее берешь? Ее готовит один купец. Мы бедняки, нос не воротим. Еда ведь. Хочешь попробовать? Боги, нет. Не знаю, как вас не тошнит. Мне бы поговорить с торговцем. Где его найти? Его дом расположен к югу от рынка. Я покажу. Хорошо, пошли к торговцу. Да наградит тебя Себик. Я видел много богатых земель, где люди жили счастливо. Отчего здесь только бедных? А, да. Там живут греки. Они платят меньше и процветают. А египетским крестьянам приходится покидать эти земли. Если хозяин уедет, что будет с землей? После смерти хозяина земля снова свободна. Хорошую забирают греки, плохую забирает пустыня. В любом случае египтяне голодают. Уходят в бедные кварталы. Это дом торговца, который нас кормит. Кошки здесь кажутся толще нищих на улице. Владелец явно важный человек. Похоже, не все египтяне равны. Некоторые равнее других. Какой ужас! Вот почему люди болеют. Кто это сделал? Пора нам встретиться с этим торговцем. Пусть попробует свою стряпню. Кто ты такой? Это мой дом. Заблудился?
Выясняю, почему ты травишь бедняков. Полагаю, тебе нужны их земли, а мертвые молчат. Ты говоришь о болезни в трущобах? Что бы ты ни слышал, уверяю тебя, это злые сплетни. Я просто стараюсь помочь. Я был на твоей кухне, и я все знаю. Ты ответишь за то, что сделал. О, вот как. Это все меняет. Ты вторгся в мой дом. У меня есть право его защищать. Эй! Будь ты подпорчен, могли бы договориться. Я не хочу умирать. Держите его! Жалкие бедняки! Какое тебе дело до них? Они никому не нужны! Давай все обсудим. Я богат. Я заплачу. Назови цену. Это же неразумно! Ах ты, проклятый Миджа! У тебя нет власти здесь! Он продавал смерть нищим в обмен на их земли. Алчность стала его болезнью. Скучать никто не будет. Все хорошо. Больше не надо жечь тела.